Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас из Уфы. Мы переносимся на стадион «Нефтяник», и именно здесь мы начнем программу 29-го тура МЛБ Первой Лиги. Поехали! Начинается первая игра 29-го тура МЛБ Первой Лиги, и будем надеяться, что Уфа и Махачкалинская «Динамо» подарят нам зрелище. Уфа в такой ситуации уже была. Премьер-лиги. О, посмотрите, какой сейв. Какой сейв. После удара Залимхана Юсупова совершает Хасбулат Хамхоев из-под перекладины. Но вытащил он сейчас этот удар. Подача в штрафную и удар по воротам. Сослан Кагермазов подавал, ну а головой пытался пробить Олег Арсеньевиченко. Продолжает комбинировать махачкалинцы. Высокая подача. Не стал играть на выходе Хасбулат Хамхоев. Ну и, возможно, абсолютно зря. Сейчас махачкалинцы сигнализируют, что, возможно, мяч пересек ленточку. Посмотрим. Хорошая подача. Ковачевич головой скидывает. И действительно, мне кажется, что мяч пересек линию ворот. Давайте еще раз посмотрим с этого ракурса. Подача! Касинтура! Что будет делать? Анголец бьет по воротам! Спасает вратарь! Добивание! И не попадает Сандрачук по воротам! Вот это уже действительно голевой момент у ворот махачкалинского «Динамо». Мяч перебросает. Батака выигрывает единоборство и получил, мне показалось, что по ногам получил. Но вот здесь может быть опасный момент. Абдурагимов и останавливает его проход. Мухин управляет мяч на угловой. Чего кроме риска не поможет. Никитин. Передача на Сандрачука. Сандрачук на Темникова. Темников дальше. Ортис пытается пробить. Показывает, что была игра рукой. Но с этим мнением все это не согласен Николай Волошин. Он считает, что ничего подобного, никакой игры рукой там не было. Или Уфа прибавила и нашла какие-то резервы скрытые. Ну вот что здесь. Удается сейчас забежать за спину защитникам Никитину и даже забить. Но поднят флажок. И сейчас атакуют лайнсмена. Тренеры. Да, возмущены сейчас. Еще одна желтая карточка Сафраниди. Сафраниди удаляется. Ну вот редко, да, когда тренерский штаб Уфы в полном составе завершает матч. Если не Халимбеков, так Сафраниди. Лисакович. И удар по воротам. И сотрясается здесь стойка, которая держит сетку ворот. А вот вторая волна атаки. Ох, какой пас! И выбивают мяч уфимцы после опаснейшего прострела Данилова. Но подбор за махачкалинским «Динамо» остается. Зайнивов. Хорошую передачу вперед. И здесь борьба Нардина Малахусейновича. Навес. Сандрачук головой, но очень неточно. Один из последних шансов Уфа сейчас не использовал в этой атаке. Ну, а свисток главного арбитра сегодняшнего матча Николая Волошина фиксирует еще одну нулевую ничью здесь на стадионе «Нефтяник».